Сегодня в Минской области стартовала акция по контролю перевозки детей «Ребенок – главный пассажир». Ее цель – предупреждение, а также напоминание о безопасности на дорогах во время передвижения на транспортном средстве. Особенное внимание инспекторы ГАИ будут уделять водителям, которые предпочитают не использовать ремни безопасности и специальные детские устройства, которые удерживают детей при движении. Напомним, что дети до 12 лет перевозятся в автомобиле с помощью специально удерживающего устройства. Акция продлится по 16 июля включительно.